миром, дорогие друзья. У байкера гораздо больше баночек, флакончиков, бутылочек и коробочек, чем косметики у его жены. А про что это, вы узнаете сегодня в программе. Дикошары и мусора, или как они прошли аттестацию? Стоп-хам был, стоп-харам есть, а стоп-петуха уже не будет. Почему? Боевые действия в центре Уфы. Что произошло? Управление Следственного комитета по Воронежской области начало проверку действий сотрудников полиции, которые попытались задержать двух чеченок с ребенком в Воронеже. Инцидент произошел 27 июля и был снят девушками на видео. И как следует из видеозаписей, трое полицейских, двое в штатском, потребовали от чеченок показать документы. Они отказались, и при этом одна из девушек утверждала, что ей нет 18 лет. И поэтому полицейские не имеют права разговаривать с ней. Полицейские потребовали от девушек проехать в отделение вместе с владельцем, чтобы установить их личности. Они отказались и говорили, что вышли на улицу в магазин и не взяли документы. Документы предъявите. Я не обязана. Как мы можем вам на предъявить документы, если мы вышли, на прогулку? Девушка несовершеннолетняя, вы не имеете права без основания нас забирать. Тем более, вы не имеете права даже разговаривать со мной без моих родителей. Мне еще 17 лет даже нету. Что? В чем проблема? Вы меня задержали, тут у меня ребенок 3 месяца. Что вы от меня хотите? И где доказательства? По какому праву? Отошел от меня. Держите дистанцию, что вы нарушили? Этот человек на меня напал, вырвал мне клок волос и хотел сломать мое имущество. Пугайся женщинами, ты начал женщинами. Он накинул, я оттуда, что Чуркистан. Стойте отсюда, Чуркистан стоит. Народ, подожди, вы что, сопротивляйся. Чмо ты, чуркина? Чурка-то гребаная, откуда ты приперлась? Сюда. Ты у меня в гостях. Я не у тебя в гостях, я у себя дома. Без основания, без причины. Они позвали на место событий двух старших родственников. После препирательств с полицейскими мужчин задержали, а девушки и ребенок остались на свободе. Я чурка, я вовсе не медведь. В сообщении Следственного комитета отмечается, что полицейские вели себя некорректно и грубо. Вот спрашивается вопрос, неужели мы теперь даже без документов по улице ходить не можем в полицейском государстве? Какие ваши доказательства? Пробег отменили из-за того, что одно из высокопоставленных лиц Кубани оказалось геем. Теперь мы понимаем, почему были проблемы с распространением пресс-релисов южных СМИ, почему так быстро удаляли наш гимн с YouTube. Однако люди, написавшие нам из Краснодара, сообщают, что на финише пробега нас могут ждать проблемы куда более серьезные, чем информблокада, рассказали байкеры. Ветер в лицо, я мчусь из города в город. Брум, брум, брум! Они извинились перед теми, кто видел в их акции широкую общественную значимость. Пробег должен был пройти по маршруту Уфа-Тамань, Краснодарский край. Мотоциклисты собрались посетить Самару, Саратов, Волгоград, Ростов и Краснодар. В Ростов они собирались проехать вечером 3 августа. Мы, русские байкеры, больше не можем смотреть на то, как Россия превращается в Содом. Европейская зараза поражает нашу родину в самое сердце. Мы обязаны защитить нравственность и выступить за традиционные ценности и здоровую любовь между мужчиной и женщиной, говорилось в анонсе пробега. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Выскивали досконально все, каждый носок, каждые личные вещи, все там, и косметички, все. Вот откуда они вообще взяли эту идею? И как же так получилось, что один злобный главпетух напугал грозных байкеров? Все, я больше не могу.
Столица Башкортостана в центре города Уфы. Где ведь в параллельном мире, возможно, вы можете прогуляться в безопасности и спокойствии. Но только не в этом мире. Кишок, электрошок или сахаромешок? Че? Ты вообще кто такой? Пошел из моей студии! В центре столицы Башкирии в течение 10 и более минут происходит настоящая война. Люди стреляют друг друга из травматов, бегают из угла в угол, как стая варваров с непонятной мотивацией. И только полиция здесь как третий лишний. Но почему? Да все очень просто. Мало того, что их загружают бумажные волокиты, так и вдобавок при сокращениях штата избавляются в первую очередь от тех, кто работает на поле. Опера, участковые, ППС в итоге патрулировать просто уже некому. Боюсь, что в следующем сокращении в полиции будут работать только канцелярия и начальство. Что? Что опять не так? Что с про твою империю все время? Что опять не так про твою империю сказал? Каждый сотрудник отвечает на вопросы по знанию закона о полиции, по знанию Конституции Российской Федерации. Большинство справляется, но есть у некоторых сложности с сознанием. Мы их прошло аттестацию 2100 человек. Заседание комиссии проходит ежедневно. Из 41 15 подлежат увольнению в установленном законном порядке. В отношении 26 проводится дополнительная проверка управлением собственной безопасности. Света, дома. Pero, hasta hoy. De 45 años, 7 años. Hasta 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo. Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и удачи вам, жители Великой Раиси. Хуже уже не будет. И бац, 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 бац,